Началась рабочая программа Владимира Путина сегодня с посещения уникальной судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень. Там будут выпускать огромные суда, которые наша страна никогда не производила. Один только сухой док, самый большой в России и один из крупнейших в мире. Это предприятие стали создавать несколько лет назад по поручению президента на базе дальневосточного комплекса судостроения и судоремонта. Президент проконтролировал, как реализуется проект, и пообщался с рабочими. Хорошее предприятие. Очень хорошее предприятие, очень много работы. Да. На... Зарплата приличная должна быть. Да, и приличная зарплата. Да. Сколько у вас? Я начальник. Ну, все равно. Честно сказать. Сразу видно, что вы начальник. Да, сразу. Я начальник. 100 тысяч. Средний отдел кадров говорит 70 тысяч. Да, не пошли. Отдел кадров знает. Да, да, мы ей доверяем. Ладно. Ну и самое главное, теперь заказы обеспечить. У вас будет уникальное предприятие. Док сухой. 500 метров. Такого вообще нет в стране. Да и в мире это по пальцам пересчитать, где такие есть. Здесь будут средние и крупные гражданские суда строить, каких в России еще не строили никогда. Просто это такой большой, крупный, общенациональный проект. Это даже не дальневосточный. В этом смысле вам повезло, что вы работаете на таком предприятии. Ну и главное, конечно, чтобы своевременно решались там социальные вопросы, чтобы жилье строилось, там, детские сады, там, школы и так далее. Но это тоже предусмотрено. Сейчас еще немножко с коллегами поработаем, в том числе с руководителями края. Так что думаю, что и в этом отношении здесь отставания не будет. Владимир Путин также принял участие в церемонии закладки первого танкера класса «Афромакс», который будет строить предприятие. Судно получило название «Санкт-Петербург». Всего в портфеле заказов у завода уже 26 проектов.